то Бог велио, ко Бог наш. Ми з тобою, наш добрий друже, вступаємо в літо. Благословенний час тепла і сонця. 3 червня за церковним календарем християні згадують пам'ять царів Константина і Єлени, які за свої труди і подвиги причислені православною церквою до лику рівноапостольних святих. Зустріли ми з тобою і велике православне свято Троїці, під час якого усі церкви прикрашаються квітами і зеленню. Подивіться, з якою любов'ю і теплотою прикрашена церква Святого Духа, що на водопої. Адже в день Святого Духа прихожані храму святкують престольне свято своєї церкви. А в день празника Троїці Свята Православна Церква наша відзначає день свого народження. Когда Дух Святий в Сіонській горнице в виде огненних язик почив на кожному із апостолів. І що задовго до своїх страданий говорив Господь: «Когда я вознесен буду, тогда всех привлекусь к себе». Не понимали апостолы этого слова, покуда не сбылось то, что стало сегодня. Он вознесен был на крест и привлек всю вселенную благодати Святого Духа. Господь сказал ученикам: не расходитесь от Иерусалима, потому что я облеку вас силою свыше. И вот как повествует Лука, богоглаголивый евангелист: «И весь шум, яко дыхание бурно». И этот шум слышен был всеми, потому что видели все огненные языки и получили дары благодати Святого Духа. Каждый из учеников получил и знание языка того, куда он должен был идти и проповедовать Евангелие Слова Божье. Некоторые пошли в Рим далекий, некоторые пошли в далекую Индию, а святой Андрей Первозванный пошел знанием славянского языка на горы Киевские. Бог щедро роздає свої дари, і люди отримують від нього благодать Духа Святого, якою всяка душа живиться і чистотою возвишається. Кожному при таїнстві хрещення дається іменно печать благодаті Святого Духа. Этим благодатним напечатленням очень стараются дорожить те, которые предаются подвигу христианской жизни во Христе. Мы видим, как одухотворяли себя наши великие угодники Божьи, преподобный Антоний Феодосий Печерский, как одухотворял себя преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Почаевский. Они все жили благодатными дарами и все стремились умножать их. Потому что каждый человек – это как пчела, которая вылетает в природу и берет все от каждого цветочка, то, что необходимо ей. Это те дары от мира собираемые, которые так нужны каждому человеку. Все зависит от того,
как человек относится к людям, как он относится к ближнему и как обильно он собирает эти благодатные дары. Скільки є у нас гідних прикладів святих отців, як збирати і берегти благодатні дари Духа Святого, а головне – примножувати їх своїми добрими справами. Тому одухотворення лічності в наше особливе время дуже важливо. Необхідно іменно розкритися перед Євангелієм. Необхідно збирати благодатные дары Духа Божия в свое сердце, послушанием евангельским заповедям, послушанием церкви и жизнью по Боге. Все зависит от нас, какой мы любовью относимся к нашему ближнему. Поэтому сегодня мы так и живем, что не имеем вот этого богатого собирания благодатных даров. Человек человеку старается что-то сделать плохо, старается поспорить, доказать свое, сделать еще что-то. И в этом вся суть. А преподобный сказал, «Сяжи, благодатные дары Духа Божия, сяжи, Дух мирен, і вокруг тебе спасуться тисячі. Мир душі людина може здобути в церкві на службі під час щирої молитви. Християни – воїни Христові, і їх головна зброя – це благодатна сила Божа, яка спроможна подолати зло. Ми з вами, друзі, живемо в час, коли люди роз'єднуються, але є місця і хвилини, коли люди єднаються в одну велику родину. Ці місця – православна церква, великі православні свята і, звичайно, хресна хода. Все це єднає людей в одну велику родину. І дай Боже, щоб так було завжди. Старці говорять, поки служиться в церкві божественна літургія, поки люди моляться, каються і причащаються святих христових таїн, світ буде жити, а люди радіти. Благодать Святого Духа нас собра. Сегодня, дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую всех нас с рождением Церкви Божией Спасительной и с нисхождением Духа Святого на апостолов. С этого момента начало бытие своя Церковь Святая. И поэтому мы, глядя на историю Церкви двухтысячелетней, видим, как дыхание бурно удерживало церковь все времена истории ее. И какие бы бури, что бы ни происходило на протяжении двух тысячелетий, Дух Святый сохранял церковь святу. И в године гонений, первые века христианства, и в годину, когда были еретические поползновения, и в годину, когда были и в последнее время гонения на церковь. Поэтому Дух Святый всегда сохранял и будет сохранять церковь до скончания века. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, именно с сегодняшним праздником сошествия Святого Духа на апостолов. С Духовым днем вас, дорогие братья и сестры. Престольным праздником! Высокопреосвященство, дорогой наш Владыка, радость, которую мы сейчас переживаем, мы понимаем, что это действие благодати Духа Святого.
которое коснулось каждого сердца благодаря вашим молитвам, собору и людям, которые здесь сегодня принесли свои сердца, чтобы прославить Бога в Троице, прославляемого Отца и Сына и Святого Духа. Пусть же Святой Дух утешает всех пришедших сегодня помолиться и вас укрепляет в несении вашего архипастырского креста, дарит вам силы на многое лето править, право править Слово Христовой истины. Благодарим сердечно, низкий вам поклон, многое благое лето, исполайте деспота. Спасибо, Господи. Многие и благие лета усім добрым людям. Лунають дзвони, сяють золоті хрести, і небо наближається до землі.